зря сюда приехали вообще, наверное. Такси, вот смотри, сколько тут народу. Где? Алексей, где народ? Я только коров вижу. Леха, я поймал. А? Я поймал. Да я это и говорю просто. Ай! Мне что-то в голову попал. Проснулись в 4 утра, на воде были где-то в 5, уже где-то больше часа мы отрыбачили, ноль. Что происходит, непонятно. Так, ну, вывод такой сделали, что, возможно, клюет из-за того, что у Лехи поводочка нету, или цвет. Сейчас посмотрим. Леха у меня уже 2 поводка оторвал, наказан, без поводка был, и стал ловить рыбу теперь. Я тоже хочу быть наказанным, буду ловить без поводка. Ну, уже эти 30 сантиметров. Слушай, приманку поставили поменьше, а рыба пошла покрупнее. Что это значит? Рыба с размером. Ну что, друзья мои, это опять воблер. Есы. Я не знаю, насколько оно улучшилось, потому что я поймал что-то не очень крупное. Что-то я его уже даже не ощущаю. Я больше не хочу рыбачить. Хороший. Хорошенький? Друзья мои, это хорошенький. Это трофей. Это трофей! Ну, по крайней мере, вот он отработал. Синеглазый ты мой. Все остальные молчали. Слушай, это вообще кто? Это супер судак, наверное. Трофей, мать его! Это супер трофей, блин. У меня слов нету. Ты что, голодный, не могу понять. Придется тебе губу малость порвать. И даже не трепыхайся. Уколешь меня, съем. Будешь хорошо себя вести, выпущу. Паразит мелкий. Ой. Я тебя зачем покупал? Дури твоя голова. 1000 с лишним рублей стоишь. Есть. Так, нормально? Ну так, тычок такой, да. Ну неплохой. Ох, неплохой. Есть. Побольше. Фин. Да, это крупнее. Красавчик. Да чё, клыкастик, наконец-таки мы тебя нашли. Так, Лёхин, клади спиннинг, отцепляй сейчас это. Будешь сейчас фотосессию исполнять. Ребята, первый клыкастый трофей. Алексей, прям смотри, как он сошел вовремя. Поздравляю, Лёша. Поздравляю. Поменьше. Ну-ка, воблерочек какой у нас. Вот такой пятнистый, синенький. Вот Герман.
легкий твич и рыба на крючке. Ну мелочь, просто капец. Отработал сальма, хардкор 6. Легкий твич. А где он вообще? Что-то понять не могу. Где моя рыба, ты скажешь себе? Шайтен. Вон он где. Смотри какой. Маленький-маленький. Чуть больше уберочка, наверное. Слушайте, друзья мои, где мои агрессоры, а? Это супер трофей! Это победа! Это лучшая рыба в моей жизни. Просто лучше. Я аж мотать перестал. Расслабился. Ой. Леш, включай видео, буду говорить. Такую рыбу. Все, просвечивается. Неплохой, неплохой, неплохой. Ух, трофей, да, поздравляю, трофей, трофей, трофей. Леха, трофей. Держи битак. Акумовская катушка. Мне понравилась больше всех. Дублатор, но, к сожалению, она праворукая. Так же, в принципе, как и эта кайдовская. Вот, были бы они леворукие, вообще было бы замечательно. Что сказать про спиннинг? Значит, бриз, серия бриз от Волжанки мне очень понравилась. Довольно-таки звонкие, чувствительные. Ну, как я люблю, такие колообразные палочки. Экстрафаст очень такой. Но чуйка сумасшедшая, просто сумасшедшая чуйка. Единственное неудобство, конечно, пропускать, если что-то обрыв, постоянно вот это пропускать через, ну, через внутренний банк. Через колечки, мне кажется, попроще это делать, потому что здесь, чтобы пропустить, дается вот такой, как говорится, инструмент. Сейчас покажу. Волшебный шнурок. Волшебный, да, шнурок. Ну, типа поводковый поводок какой-то. Вот такая штука дается. Здесь петелька, цепляем, значит, плетеночку и продеваем ее через весь банк. Ну, так, в принципе, минус какой у нее, у этой палочки. Очень короткая ручка, очень короткая. Но я приздоровился, Алексей тоже, мы держим ее вот так. Так, держим и вот таким образом ловим. Ручка, значит, не круглая, квадратная. Очень удобно вот так класть пальчики и держать. В принципе, тоже довольно-таки удобный такой нюансик. Ну, я говорю, палка достойная. Трофеи мы на нее пока не ловили. Их никто, по-моему, еще особо не ловил. Но вот на 3 килограмма вытаскивали. Это я сейчас иду с эчебом. Палочка, конечно, ну, для меня она немножко жирковата. Последний день рыбалки. Береговая рыбалочка. На Ериках. Ну там первый раз. Вся база Романыч туда ездит. Сейчас посмотрим, что там. Говорят, красиво. Лебеди. Право, налево. Налево пойдешь. Там точно огребешь. Вот и сюда. Направо. Ёкарный бабай. Тут, по-моему, километров 20. Давай.
очков дождемся. Зря сюда приехали вообще, наверное. Вообще, вот смотри, сколько тут народу. Где? Алексей, где народ? Я только коров вижу. Ой, там идет метровая! Цунами идет!